В Антарктике чилийские военные заметили белого субантарктического пингвина. Такое явление среди этих птиц встречается редко. Ветеринары говорят, что у пингвина лейкизм. Это животное с лейкизмом, хотя пигментация есть, но не на всем оперении. Такое бывает у разных видов, включая жирафов и некоторых кошачьих. Лейкизм отличается от альбинизма. В первом случае пигментация радужной оболочки глаз сохраняется, а во втором ее нет. Но в любом случае белый окрас превращает птиц и животных в легкую добычу для хищников. Белого пингвина заметили на военной базе в чилийской антарктической территории. Субантарктический пингвин самый крупный после императорского и королевского. Самцы вырастают до 90 сантиметров и весят 9 килограммов. Самки немного мельче. Эти пингвины плавают быстрее всех сородичей, развивая скорость до 36 километров в час. Нырять могут на 200 метров в глубину.